Здравствуйте, вас приветствует Japanese Phones .com.ua. Речь сегодня пойдет о смартфоне AGM ROG V5. Ударопрочный, пыленепроницаемый, влагонепроницаемый смартфон AGM ROG V5 разрабатывали и сертифицировали на территории Германии, немецкой компании AGM. Об этом свидетельствует и надпись на коробке с аппаратом Designed by AGM Germany, ну и соответственно и сайт. Поэтому данное мобильное устройство продумано до мелочей и максимально оптимизировано в лучших традициях защищенной техники. Корпус изготовлен из конструктивного термопластика, который заключен в защищенный резиновый каркас. Термопластик вот идет, и защищенный каркас вот по окантовке черный идет полностью весь. То есть резина этого каркаса прошла даже специальную термообработку с применением высоких давлений, и ее испытания успешно показывают, что для материала не страшны экстремально низкие температуры, химически активные среды, а также падения. Ну, об этом все понемножку расскажем. Физические параметры смартфона. Размеры 125 на 60,5 мм. Толщина 20,5 мм. То есть достаточно толстенький аппарат. Вес 195 грамм, довольно-таки ощутимый. Цвет черный с оранжевыми вставками. Подчеркиваю, оранжевым. Именно этот цвет является настоящий для AGM ROG V5. Подделок, ну, очень много на рынке, и администрация Japanese Phones .com.ua, в частности Владимир, предупреждает вас наперед. Будьте осторожнее с выбором продавца данного продукта, поскольку подделок, еще раз повторяю, очень много. Основные характеристики смартфона AGM ROG V5. Влага и пылестойкий корпус, соответствие стандарту IP67. Он позволит вам спокойно погрузить телефончик в воду на глубину до 1,5 метра на протяжении полчаса, а также выдержать падение на твердую, подчеркиваю, именно твердую поверхность высоты до 2 метров. Задняя крышка также усилена специальной металлической пластиной, который крепится к корпусу, находится под низом, с помощью двух настоящих болтов. То есть есть отверточка, которую вы закручиваете, откручиваете данные болты. Мультиязычность, в том числе и полноценный русский язык. Для демонстрации, сейчас сим-карты не вставлены, чтобы не фонить камеру, звук не фонил. Полностью русифицированное меню, подчеркиваю полностью. Все настройки, все программки, стандартные приложения абсолютно на русском языке. Дополнительный микрофон для подавления шумов. Шумоподавление, то есть, чтобы в таких шумных местах был слышен чисто ваш голос. Две сим-карты. Подчеркиваю, именно две сим-карты и два радиомодуля. То есть про это даже свидетельствует также два имея на коробке отдельных. То есть один слот сим-карты работает в диапазоне 2G частот, сети GSM 850, 900, 1800 и 1900 МГц. Второй слот работает как в GSM диапазоне, так и в 3G диапазоне. WCDMA 850, 1900, 2100 МГц. Вот. Также есть 3G камера, да, для 3G телефонии, а также для скайпа. Удобная вещь. Основной дисплей 3,5 дюйма, высокочеткий TFT с использованием IPS технологии, сенсорный, ну, как видим. 480 на 320 точек, 16 миллионов цветов. Присутствует сверху закаленное стекло, подчеркиваю, стекло Corning Gorilla, устойчивый к царапинам, и толщина данного стекла целых 1,5 миллиметра. Для демонстрации специально поставлю палец, видно от оранжевого корпуса до пальца действительно 1,5 миллиметра. Действительно это стекло, я даже вот по этому чувствую, что не пластмасса, не пластик. 5-мегапиксельная камера с функцией автофокуса, с LED-овской вспышкой. Камера запускается при помощи специальной боковой клавиши горячей, то есть горячее решение, да. Вот. Автофокус вот присутствует. Есть
режим видео. До стандарта VGA видим, да, то есть возможность максимальных снимков до 2592 на 1944 точек. Вот процессор в аппарате 800 МГц, в принципе, достаточно для таких задач и всякого рода. Вот, соответственно, не садит сильно батарейку. Вот, оперативной памяти 512 мегабайт, точнее внутренней памяти 512 мегабайт, а оперативной 256 мегабайт. Операционная система в данном случае стоит уже Android 2.3.5 версии, то есть обновленная. Вот. Поддержка microSD карт до 32 гигабайт, в данном случае стоит 8 гигабайт карточка, без проблем все программки можно туда сохранять и ставить, можно память телефона, ну, конечно, желательно не засорять память телефона, оставить их на microSD карточку. Bluetooth версии 2.1, Wi-Fi работает без проблем, мы проверили, заходили на сайт Japanese Phones. Поддержка разного рода музыкальных форматов, также видеоформатов, устанавливаются разного рода проигрыватели для демонстрации. Один из видов MX Player. Вот. Спокойно работает. Без тормозов такого рода видео. Перемотка не тормозит. Facebook, YouTube, Twitter поддержка, это понятно. GPS. GPS установлена программа Navitel, которая поможет вам в любых условиях. Там собираете вы грибы или поехали на рыбалку. Или же просто заблудились где-то в горах. То есть Navitel всегда под рукой. GPS тут спутниковый. То есть можно подключаться как через беспроводные сети, так и спутниковый GPS. Вот. Тут он уже и подгружает даже погоду в Украине. Вот. Ну, Navitel достаточно хорошее ПО. Ну, не будем хвалить его. В частности, реклама. В телефоне присутствует FM при радио. Ну, работает оно, конечно, при подключенной гарнитуре. Тоже неплохая штука. Компас, гироскоп, акселерометр, фонарик. Да, вы не расслышали, есть кнопка горячая запуска фонарика. Достаточно яркий. То есть иногда это нужно ночью, иногда это нужно, опять же таки, на рыбалке ночной или еще где-то. Поддержка просмотра офисных документов. Тут установлен в данном случае Kingsoft Office. Там мы уже сами устанавливаем здесь. Вот. То есть можно спокойно на русском языке загружать, читать Word или прочие приложения Word, Office приложения. Разъем для наушников 3.5 джек. Ну, достаточно хорошо. Тут его закрыли. Тоже, опять же таки, в целях безопасности смартфона. MicroUSB 2.0, тоже заглушка очень, очень хорошо сидит. Все хорошо, все заглушки хорошо утоплены, то есть ничего не сильно, ну, не выпирает, в частности. Регулировка звука, меньше, выше, еще две кнопки есть дополнительные. Так, аккумулятор. Чуть не забыл сказать, аккумулятор 2000 мА. То есть достаточно сильный аккумулятор, но мы все-таки советуем докупить еще один аккумулятор сразу. Почему? Потому что если вы планируете использовать GPS, опять же таки в походах или же опять же таки на той же рыбалке, то есть это нужно будет. Также забыл сказать про металлическую пластину, вот она, то есть это дополнительное еще усиление. Видим действительно шурупы настоящие, которые закручиваются, все без обмана. Собран аппарат хорошо, опять же таки, это не подделка, 100% оригинал. Оригинал AGM ROG V5. Что еще хорошего в комплекте? В комплекте идет специальный карабин для крепления, тоже фирменный AGM, с компасом. Отверточка, которая как раз для этих шурупов.
удобно, чтобы быстренько выкрутить. То есть носить его желательно с собой, конечно, этот карабин. Спасибо за внимание. До скорых встреч на japanesephones.com.bua.